Привет! Всем привет! Раз уж мы начали вести наш блог, хотим показать нашу квартиру, место, где мы живем. Так сказать, рум-тур. Рум-тур, да, начнем. Так, это я зашел с тамбура. Начнем с первой важной комнаты. Это сердце нашей квартиры, нашей кухни. Мы сделали ее, кстати, год назад, да, чуть больше года назад. Это кухня моей мечты. Я прям всегда хотела такой кухни, такого цвета, такого расположения. Поэтому сделали кухню, и вот благодаря этому я начала вести свой фуд-блог. Да, что у тебя здесь есть? Да. Что у меня здесь есть? Духовка, микроволновка, все встраиваемое. Очень круто. Здесь уже работает моя помощница, моя подружка посудомойка. Так, тут все как обычно, плита, шкафчики, да, все. Самое главное, чему не на радость, это фильтр. Это фильтр. Да, вообще вещь. Раньше какие проблемы были, этот фильтр постоянно набирать. В общем, а тут вообще подсоединили и забыли. Кажется, очень неинтересно. Скажи, я и так все знаю. Да, еще покажи нашу секретную розетку. Вообще крутая вещь на самом деле. Классно. И все, что хочешь, подключай. Самое интересное, нам когда устанавливали мебельщики, предлагали сделать ее 1040, да? Да. Нам, короче, показалось это дорого, и мы сами организовали, заказали эту розетку буквально в 4 раза дешевле. И все, прекрасно, они нам дырку вырезали, мы поставили, все отлично. Да, в общем, моя кухня, моя любовь, здесь у нас... Кладовку показывать будем? Конечно. Кладовка у нас без ремонта. Без ремонта, как да. Было. Так, мы вообще, когда заехали, хотели сделать здесь гардероб. Ой, мы заехали, такие, типа, все сделаем, гардероб, но здесь будут вещи, там то-то. Зачем нам кладовка? Зачем кладовка? Мы же как-то жили без нее. А я вас умоляю. Места свободного нет. Правда. Все битком, это... хотя моя полка одна. Да, все остальное я. Все распределено. На, сейчас включу. Сеньор помидор. Это у меня новое занятие. Да. Я вялю помидоры. Уже сколько навялила. И на продажу, и сами кушаем, в общем. Ты помидорная богиня. Я помидорная богиня. Вообще крутая вещь, сушилка. Очень круто. Поэтому закупились пока недорогие помидоры. Помидорами будем вялить. Вялить. Осень, кладовка, да? Это вещь. Это вещь. Используйте ее с умом. Да. Так, теперь давай в зале. Коридор. Коридор. Кстати, потолок у нас здесь объединенный. Натяжной потолок делали без швов. Цельный, полностью переходящий. Да. В коридоре мы, кстати, сделали ремонт. Потом... Да, в коридоре не так давно сделали ремонт. Поменяли обои, шкаф остался от предыдущих хозяев. Очень удобно. Он неподъемный, мне кажется. Мы здесь маленький. И оставим в случае переезда какого-то. Зеркало. Значит, монетница. Когда мы последний раз сюда что-то кидали? А все, мы как начали пользоваться картами, мы монетками вообще не пользуемся. Да, оплата только телефоном. Да, у нас даже в супермаркете проблема найти монетку, чтобы тележку. Ой. Это комната дочери. Это зал, да. Это наш зал. Это наш зал, да, я тише сделаю. Раньше мы сюда вообще не заходили. Мы тут не жили вообще. Но с появлением дочери это вот прям... Место нашего постоянного зал пустовал, теперь здесь у нас доча учится, рисует, она тут рисует. Она заполонила все, что здесь можно. Это ее ящик с мелкими игрушками. Это ее коробка с игрушками для рисования. Это ее горка. Горку ставим именно так, потому что она умудряется катиться не только вперед, но и назад. Поэтому она у нас стоит так, чтобы она не сзади всегда мешок. Здесь у нас ее автопарк, она гоняет. Это вообще незаменимая вещь. Здесь ее ребята. Ну и еще огромный мешок, или как его назвать, с ее игрушкой. Давай покажем наш диван. Только давай ты, я не подниму. Мы когда только заехали... Давай покажу кресло, диван точно такой же. Мы когда только заехали, заказали диван.
очень крутой. Смотрите, стол, диван. Шикарно. Так вот он выглядит. И диван точно такой же, в длину 3 метра доставляется. И вот у нас огромный стол, 20 человек спокойно влазит. Да, мы когда новоселье отмечали, здесь поместились спокойно 20 человек. В общем, как идею, забирайте. Да. Маленькие квартиры, это вообще не забирается. А как постоянно бесит этот стол книжка, который где-то стоит, да, пылится. Либо а тут под как... кровать, вот эти огромные старые столы. Часы. Я сам клею. Сам клею. На улице прохладно, отопление еще не дали, поэтому кондиционер у нас работает. Постоянно. А картина твоя? Да, да, давай, давай, какая шикарная. Это его мечта была сделать такую картину. Следующая моя мечта сделать такую же, только из евро. Ну, как... Это все оригинальные, настоящие деньги. То есть на черный день можно будет разбить. На черный день говорить нельзя, нужно говорить на шубу жене. На чего? На шубу. Да, да, на шубу жене. Дальше. Посвисти в свисточек. Так, погнали дальше. Наши книжки. Большую часть из них я прочитал. Это Вероники. С момента, как у меня появилась Фаберина. Дочь, я перестала читать это вообще. Я все прочитал. Это все Вероники. Да. Это мои детские книжки. Пошли дальше. Пойдем. Так называемая комната Эльдара. Нет, сначала мой подарок тебе. На годовщину. На годовщину. Начало нашей вселенной. Если... QR-код считать, то там будет наш свадебный домик. А так были расположены звезды на небе именно в день нашей свадьбы 20 июля 2019 года. Над городом Экибастуз. Да. Ванну туалет показывать не будем. В принципе, ладно. Ничего интересного. Ничего интересного. Обычная ванная. Ничего интересного. Туалет такой. Ну и туалет. А это моя комната. Ну как его? Мы просто здесь практически не находимся. Это должна была быть детская, но мы сюда так и не добрались. Ремонт здесь еще вообще не делали. Все, что осталось от предыдущих хозяев, вся мебель, пол, стены, все так и осталось. Ничего не меняли. Вообще ничего не ремонтировали. Здесь, я купил себе компьютер, купил компьютерный стол. И здесь моя рабочая зона. Здесь рабочий компьютер. Иногда, если приходится, когда во время коронавируса я здесь работал, проводил здесь... большую часть своей жизни. Он в 9 часов здесь закрывался и только в 6 сюда выходил. Здесь мы в режиме онлайн следим за нашим YouTube-каналом. У нас уже 19,5 тысяч подписчиков. Растут каждую минуту. Да. Спасибо, ребята. Спасибо, что нас поддерживаете. Это моя рабочая зона здесь всегда. Фотографии моей внучки. Уже лежат почти 1.5 года. Да, они уже даже чуть-чуть выцвели, если посмотреть. Да, я так бесилась, что он купил дорогущий компьютер, огромный стол, а в итоге реально сейчас незаменимая вещь. Это мне подарила супруга на день рождения, это тоже незаменимая вещь, я на нем и засыпаю, и работаю, и кушаю, все подряд. Да, очень удобно. Мы ее называем моя комната. Это мой шкаф, моих вещей... То есть в следующей спальне, куда мы пойдем, вообще нет. Все здесь. Здесь реально, в нашем, где мы спим, Эльдар только спит. Да. Здесь он работает, здесь он может полежать. Одевается все здесь. Стулья очень удобно. Купили стулья, взяли, сложили стопкой, гости приходят. Да, кстати. Еще и со спинкой удобно. Да, и что? Со спинкой друг на друга все вышло. А это наш балкон. Хотите, расскажу историю? А мы как только сюда заехали, он сказал, здесь будет мой кабинет. Он собрал здесь стол, компьютер, тут все было оборудовано, все, как он хотел. Давай вот так покажем. Да, вот так. Все. Стол был полностью, то есть вот этого не было, был полностью стол. Здесь стоял компьютер, все, то есть подсветка по всему балкону, тут все, красота была. А теперь расскажи, почему ты передумал? А потом такая супруга говорит, ты меня любишь? Я говорю, любишь. И она бац, морозилку мне сюда воткнула. Не ври, ты сам отсюда сбежал, ты тут замерз. Здесь летом нереальное пекло, да. Солнечная сторона, а зимой здесь холодно. И в итоге я здесь либо летом с вентилятором сидел, либо зимой с обогревателем, поэтому я съехал в детскую. Пока меня Эмилия отсюда не выселит. Да. Ну зато как круто. Во-первых, здесь мы можем поставить то, что мешается в квартире. Да.
Морозилка это вообще просто... Дай я покажу, что у меня лежит в морозилке. Давай, покажи. Похвастайся. Это просто красота. Во-первых, запасаешься на зиму всем абсолютно. Чего только у меня нет. Здесь у меня ягоды. Эмилия у нас очень хорошо пьет компоты, поэтому я каждый день практически его варю. Снежинки вкусные. Здесь у нас вишня. Реально целая полка вишни. Мы с мамой Эльдара в этом году просто много начистили, поэтому компоты, варенье, да все что угодно, пироги, все-все-все. Здесь зелень, кабачок, вот такой вот все, грибочки. Здесь тоже перчик, морковка. Зато реально, в случае чего, морозилка нас прокладывает. Нам уже ее не хватает, этой одной да. морозилки. Ну, здесь я освободила место для бабушки, здесь ее хранится брокколи, кабачок и все такое. Это тыква. А ты в аренду, надеюсь, сдала? Нет, это тыква. Нас друзья, мама, друга, угостила просто огромной тыквенной. И поэтому у нас тыква 35 килограмм. 35 килограмм, представьте. Я тащил на 5-й этаж да. без лифта. Привет, дочь. А здесь помидоры, вареники. В общем, все. Она биткон. Будем всю зиму есть. Это софтбокс ручной работы я собирал. А это... Ой, до поры до времени накрыто, об этом нельзя говорить. Огромные деньги. Огромные деньги. Это наш шкаф. Скрытый шкаф. Это... Мы когда его установили, родственники проходили мимо, даже не замечали, что здесь появился шкаф. Действительно, это вообще... Он с виду тоненький такой, с виду как будто бесполезный. На самом деле это вообще крутая, незаменимая вещь. Вообще незаменимая вещь. Очень глубокие, хорошие полки. Да. Кнопки, все на кнопках, без ручек. Вся мыломойка здесь. Да тут все. Туда же вот грязные вещи, которые вечно не будем показывать. Не будем показывать. Да, то есть корзина для грязного белья, здесь пылесос, гладильная доска раньше стояла. То есть все удобно вообще. Удобно. Поэтому у тех, у кого есть вот такой небольшой промежуток, да, по сути здесь 28 сантиметров. 28 сантиметров. Не так уж и много, но что, смотрите, как практично. Но зато тут все абсолютно залезло. Вообще очень крутой шкаф. И наша спальня. Моя опочивание. Самая любимая. Ну не самая любимая комната, потому что здесь все чисто. Здесь всегда чисто, мы сюда заходим только спать. Наш большой шкаф. Да, большой шкаф встроен. Ну, для меня и для Эмилии, Эльдара вещи лежат. Не такой уж большой, раз я туда не влез. Да. Этот телевизор мы раньше смотрели очень часто. Потом, как появилась дочь, мы перебрались в зал и все. Огромная кровать. Мы здесь спокойно втроем влазим. Еще друг до друга мне надо кажется, дотягиваться. Второй ребенок будет с нами спать. Кроватка стоит рядом. Не знаю, для чего дочь там даже не спит. Надеюсь, в ближайшее время она переместится сюда. Надеюсь. Туалетный столик. Не делать никогда. А что? Ну, во-первых, он занимает очень много времени. Вообще. Времени или места? Я часто крашусь, вот это делаю, там это... Он просто очень много занимает места. А, место. Место, я оговорилась. А по сути вся косметика лежит в шкафчиках. По идее, зеркало прям вот нет такой необходимости, можно в ванной все сделать. А да и чаще всего ты это берешь с маленьким зеркалом, садишься куда-нибудь на да. кровать, либо на диван а и вот красишься. Реально, надо было тебя послушать, когда ты мне говорила. Вот, вот. Не слушаешь мужа. Я сказал, надо телек, мы им пользовались. А вот это игры не надо. Когда ты меня отговаривал, я тебя не послушала. Да. Так что, не тратьте деньги. На туалетный столик. Но вот светильники, это тема. У нас кровать сейчас чуть-чуть несимметрична, потому что кроватка не влазила. А так вообще она стоит посередине. Две тумбочки по краям. И это светильники у каждого розетки, у каждого кнопки. То есть очень удобно. Да, все, все мерили, замеряли, то есть устраивали. Ну, в общем, классно. Это чехол. Эльдар у нас шил чехол. Шмеюха. Я сшила какой-то вообще непонятный, некрасивый. Эльдар сказала, я все сделаю по красоте. Взял ткань, собрал все. Короче, это Эльдарчик шил чехол. Шил чехол, потому что без чехла он сильно яркий. И дочь слишком то есть в комнате прям светло. А так? А так как ночник. Как ночник. Вот, это общем... обязательная вещь. Вообще температура, реально. Влажность в комнате очень помогает. С появлением ребенка
Да. Увлажнитель вообще нужная вещь. Да. Потому что когда насморк, когда болеет, его включаешь, ну вот. И обогревать. Да потому что холодно, дуб. Вообще, мне кажется, только нам не дали отопление. Да. Вот такая наша квартирка. Вот это крутая вещь. Это тоже я заказывал на Каспи. Это светильник от Xiaomi. Он на датчик движения. То есть он в темноте. Он не загорается. О, загорается вот так. И поэтому, когда ночью выходишь... Да. Допустим, куда-то в уборную, либо на кухню выходишь, он загорается, у него такой легкий приглушенный свет, тебе освещает дорогу и тухнет. Можно взять с собой и пойти на кухню, допустим, чтобы нигде свет не включать на всю квартиру. Вернулся на магните, присобачил. Можно ночью ты встаешь, прям сразу. Очень удобная штука. В общем, все, наша квартирка. Это вот. Это мы недавно ей подарили, с мелками. Теперь смотри, что делать, смотри. Смотри, диван! Все в этом мире! Только что этого не было. Мы только что... Вот, даже здесь, смотри! Ты же не маленькая! Так и живем. Так и живем, наши дружные. То, что мы сейчас сняли в квартире порядок, это на ближайшие 5 минут. Потому что мы убирались, мы готовились к съемкам. Вот такой вот рум-тур у нас в нашей квартирке. Да, ты чё? У нас 5-й этаж без лифта, 6-этажки. Это самая большая ошибка, которую совершал. Не берите без лифта на высоком этаже. Это я вам скажу, как мать, которая несет коляску на 5-й этаж. Ребенка зимой. Да. Ужасно. Что? Все. Пока. Пока-пока. Доча, пока. Доча, скажи пока. Ha ha ha.